США хотят выделить 5 миллиардов на противодействие РФ. Вашингтон направит деньги на сдерживание России в Европе. Вашингтон собирается выделить на реализацию инициативы по сдерживанию гибридной агрессии России в странах Европы около 5 миллиардов, из которых на повышение оборонного потенциала стран Балтии будет направлено только 100 миллионов. Об этом говорится в докладе на сайте Сенатского комитета Конгресса США. Отмечается, что в комитетах по вооруженным силам Конгресса США согласован ежегодный акт о национальной обороне, определяющий политику и бюджет Пентагона на предстоящий финансовый год, который официально начался в Штатах еще 1 октября. Противодействие агрессии России в документе идет отдельной статьей. Конгрессмены не обошли вниманием вторжение россиян в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 году, а также ее угроза государствам-союзникам США по НАТО. В тексте акта особо подчеркивается расширение военной активности РФ в арктическом регионе и Средиземном море, развитие ее ядерной доктрины, а также нарушение Москвы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД, и многостороннего международного договора по открытому небу. Также США и их евросоюзники переживают из-за потока дезинформации, пропаганды и кибератак со стороны РФ, а также гибридных военных операций Кремля. Американским многоканальным дистрибьюторам, операторам спутникового и кабельного ТВ предложено воздержаться от трансляции контента, который принадлежит, контролируется или финансируется правительством РФ. Учитывая все это, Вашингтон собирается направить на сдерживание РФ в Европе около 5 миллиардов евро. Напомним, ранее сообщалось, что в США работают над ужесточением санкций против России. По материалам сайта Newsgro.com.